Каменный. То знаменитое красное дерево королей, мебель шла, готовили ее мастера, покрывали ее лаком и всю жизнь отвечали за здоровье королевской семьи. Почему? Я древесина, своим алкалоидом вызывает королевич сердце, мы стоим под настоем и горитым деревом, можно сидеть и дышать чистейшим бактерицидным воздухом. В таком мире не делаем зла, получаем в ответ здоровье. Потому что дерево считается священным. И кто родился в марте с 11 по 20 в сентябре, с 13 по 22, это люди с врожденным даром целительства. Если вы не доктор, с вами поговоришь и легче жить станет. Корни полезны для сердца. Курма. Куркума? Что полезно? Курма. Курма для сердца. А это кто? Это хурма, дерево. Угу. Это дерево хурма. Я тебе там такую хурму покажу потом, какие мне интересные. Она еще размножается побегами от корня. Но от высокой температуры просыпаются семена и всходят. Поэтому она в Америке живет рощами. Ялту не любит. Ей нужен чернозем. Привезли им чернозем. Следующее требование, чтобы круглый год шли дожди. Климат Сочи. Самый лучший для нее у нас в стране. А теперь мамонтова.